Слава Украине, приветствуем от Полонского. Вот сегодня ночью опять была атака, крупная атака шахедами, опять в основном в направлении Одесской области. А что ж такое? Вот что им далась Одесская область? Вот, ну, вчера, когда вчера уже я запутался, вчера тоже была атака довольно крупная, и по Киеву летели тут шахеды, тут ПВО работало. Но все равно и вчера на Одесскую область летели, и сегодня на Одесскую. А что такое? Чего они туда летят? Причем даже не по самому городу летят, а в сторону туда Измаил-Рени. А что такое? Почему у путерастов такое вот недержание по отношению к этому месту? И почему их так колбасит? И, кстати, да, опять было 20 шахедов, все 20 сбиты, ни один не долетел. Единственное, что один сбитый упал на частный дом, к сожалению, погиб мужчина. Да, вот. И вот встает вопрос, а что их так колбасит? Почему они туда летят? Объясняю. Значит, смотрите, несмотря на то, что беспрерывно идут атаки шахедами, потом ракеты они туда запускают и так далее. Правда, если поначалу практически все долетало, но там не было у нас. Я так понял, что в начале вот этих атак, когда они лупили по Одесской области, у нас в районе Измаила не было особого ПВО, насколько я понял. И если помните, туда очень много долетало шахедов. Сейчас картина, конечно, категорически другая. Они все шлепаются в поля где-то там на подлете. А еще раз говорю, что такое? Оказывается, наши порты на Дунае, ребята, открыли за 23-й год 23 новых терминала и 20 пунктов перевалки грузов. Вот так вот. То есть там полностью вырос новый порт, несмотря на все. Это ни одна страна в мире такого сделать не смогла бы. Это только мы смогли. Там сейчас полным ходом работают наши терминалы, новые, вновь созданные. Вот это колбасит Путина и его банду фашистов так, что их аж там в Кремле переворачивает. И Путин бьется регулярно плешью об стенку. И воет, как собака на луну. Вот это же его шахеды вот эти вот туда и летят. Кстати, интересная вещь. Сами они даже не сподобились даже дрон создать. Дрон иранский используют для этого. Чтобы вы понимали. И еще один интересный момент. Я сейчас вам еще договорю. Это значит, тут у меня данные. За 11 месяцев этого года украинские порты обработали почти 53 миллиона тонн груза. 53 миллиона тонн груза. И гораздо это. А в том году, в 22-м, 45,5 приблизительно миллионов. Экспорта при этом 40, почти 48 миллионов и 4,6 миллиона тонн импорта. То есть мы в 10 раз больше продаем, чем закупаем и завозим это. Так вот, еще один очень интересный момент. Если помните, опять я вот специально подчеркнул, смотрите, в этом году 53 миллиона тонн, еще год не закончился, а в том году нету 46 миллионов тонн, то есть явный рост. Давайте вспомним, что в прошлом году работало, правильно. Работала вот эта знаменитая зерновая сделка с так называемой Россией, которую Россия милостливо разрешила нам экспортировать наше зерно. Аж 46 миллионов, да? Сейчас никакой России нет на пушечный выстрел. Ее корабли, как шавки позорные, удрали с Крыма куда-то там в Новороссийск, потому что боятся наших дронов, ни черта не могут с этим поделать. Их просто вышвырнули из Крыма, как шакалов. Пу, и улетели. Да? Это будет, кстати, первая в мире история морской операции, когда, вот это вся вместе обстановка, когда флот так называемой морской державы, великой, просто-напросто удрал. А страна, у которой военно-морского флота практически нету, ну, если не считать катеров и дронов морских, спокойно организовала судоходство гражданское. Большее, чем было в прошлом году, когда эта так называемая сделка работала. А сейчас он безопасный морской коридор, корабли ходят. Да, бывало, был прилет по сухогрузу, был, да. Ракета Х-31, расисты совершили акт пиратства. Им, видимо, после этого объяснили, что так делать нельзя, что за эти последствия они заткнулись, и больше их корабли там не показывали со слова вообще.
И все. Таким образом, ребята, вот из всего вышесказанного можно сделать только один вывод. Что с Россией не надо договариваться. С Россией не о чем договариваться. Ее нужно лупить и макать пыском в войну. И тогда все будет так, как вы хотите. Как только с шакалом начинаешь договариваться, он тебя покусает. Значит, что? Надо брать палку. В нашем случае это морские дроны. И просто гнать шакала. И все.